где-то ключи потерял от автомобиля. Всем здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Я вообще брал их. У нас сегодня, ну, у нас уже с утра идет дела. Мы сейчас гараж откапывали. Итак, сегодня меняем зимнюю резину на летнюю, хотя рано еще. У нас никто не меняет, но у меня резина АТ-шная, ну, сейчас покажу, универсальная. Она зима-лето у меня, так что можно круглый год ездить. Юлечка, садись в кабину. Сейчас что мы делаем? Едем в гараж, закидываемся. Дядя Леша, я позвонил. Поздоровайся, Юлечка. Всем здравствуйте. Дядя Леша, я позвонил. Он говорит, я немножечко занят. Сейчас в 12 я освобожусь. Там что-то делает. И мы сейчас колеса закинем за одним. Сейчас откопывали их. Рано еще снегоочиститель я, друзья, убрал. Пригодился. Пробились мы там туннель в гараж. Сейчас покажу. Потом почистили все. Обратно сейчас поставили. И съездим. Сейчас время 11. Пока колеса закинем. Ай, болтуны эти все, навигатор, у меня две штуки стоят, надо один возик переставить. Чё ты меня иди? Навигаторы у меня. Ой, навигаторы, два видеорегистратора стоят. Болтают, спасу нету, и сбивают с мысли. Сейчас всё делаем, колеса закидываем, едем пока в кафе Уют, время 11. Мы пообедаем, там перекусим, наверное, обед там уже готов, если сегодня делают. И к 12 дядя Лёша переобуем, поставим зимнюю резину. Зимнюю, летнюю резину, МТ-шечку, и ездим спокойно. Пока там очереди нету, то у нас тут не сегодня, не завтра начнется. Так что все покажем, погнали. Я все забываю, у меня этот, голосовое управление, GoPro стоит, и я постоянно руки тяну. Не надо руки-то тянуть, надо говорить. GoPro, стоп видео. Что, можно сюда было заехать, наверное? Ладно. Вот здесь они ручку не придумали. Кто-то вчера говорит, тебе надо Паджеро, Тойоту. У меня денег столько нету. О, смотри, у нас тут еще эти. Я забыл выложить. Ёбка ломаная. Так, ладно. Давай пока я уберу. У нас что-то опять борода здесь с тобой. Это пока уберем, это уберем. Так, пошел я, Юлечка, пойдем, покажем. Гараж нас. Нас. Гараж у нас есть. Все, здесь мы снегоочистителем все прочистили. Все нормальненько. Пойдемте, добро свое покажу. На ворота дело второй год. Где-то Сережа Чир обещал помочь. В тот год такие что-то у нас не произошло, не получилось. Нынче, может, надо поправить ворота. Гулял гараж-то. Это не мой был. Потом его купили. Попозже чуть-чуть. И уже такой достался, в общем, гаражик. Но он здесь удобно, на выезде. Так, свет, Юлечка, дай включу. Что у нас тут есть? Тележка от квадроцикла стоит. Комплект резины. Это у нас АТ, это МТ. Вот эту будем ставить. С этой что-то шумновато она немного. Это у меня на L200 стояло. Вот эту поставим. Ну, еще есть у меня комплект этой резины летней, с которой покупал. Так, по городу кататься. Дальше есть у нас, смотрите, к мотоблоку тележечка. Только не знаю, будем, не будем нынче гонять на вью. Ой, блин, на вью еще. Так, шланги есть дренажные. Будем откачивать воду. Нынче мы утонем, друзья мои. Утонем, Юлечка. Вот такой маленький гаражик. Здесь ни одна машина не влазит. Потолки низкие, видим, если в мой рост, я даже упираюсь. Сузуки джимник, если Юльке возьмем, так сюда возьмем. Три диска у меня есть, три диска. Четвертый, не знаю, посеял где-то. Юлька, нам болты надо. А нет, болты это от этих дисков тут, эти. Разболтовка другая, точно. А если мы померить, на саньонг, интересно, подойдут ли они? Поставить бы их на саньонг. Ладно, может, возьмем. Ладно, все, сейчас я начинаю таскать. На, Юлечка. Выключим свет. Пойду я таскать их. Укладывать в кузов. Что-то влезут ли? Вроде мы их возили по 4 штуки. Оп.
Сейчас грязи в кузове будет. Но у нас здесь вкладыш, так пофигу. Мы потом едем, потом в это уложим. Так, знаешь что, мне надо телефон убрать. Мне кажется, сейчас я его раздавлю. Пойду за партией, за следующей. Так, и нам, знаешь, что надо сейчас с тобой? Последнее колесо запихать. Войдет, интересно, не войдет. А в тот раз у меня не вошло. Я съехал с открытой крышкой. Немножко не входит. Ладно, пусть открыто немного будет. Не хочу замок ломать. Готово. Сейчас мы перекусим. Все поставим за одним. Солнце, Юль. За одним у нас. Постоянно вопросы задавали. Да шипаны-то, помните, мы сделали. И покажу, сколько вылетело. Отъездили мы почти по асфальту, все в городе ездили. Шлифовали постоянно. Сейчас посмотрим, сколько, много ли вообще вылетело до шипунов. То вопросы были, я говорю, как я вам отвечу. Буду перебываться и расскажу. Сейчас и посмотрим за одним, эффективно или нет. Сами все увидите. Сам не знаю еще. Так, где-то ключи, Юль, опять потерял. А вон они здесь. Нам еще тележку у нас с тобой отмывать. Мы так и ездили до упора. Уж снег был, лед. Все на тележке возили. Ну, это я все отмою, прошприцую, все сделаю в лучшем виде. Так. В тот раз я тут замок не закрыл, ушел. Внимательные зрители увидели. Говорит, замок у тебя. У меня колеса хорошие. Добра много. Поехали давай. Съездим, чайку попьем. Может, перекусим. Время к обеду как раз. И к дяде Леше. Познакомлю вас с дядей Лешей. Давно не видели. Так, ну мы ездили так уже тут, эти газовые амортизаторы не откроются, нормально. Все четенько. Конечно, эта крышка красиво делается на кузов, но вот у нас на L200, который был, как муравейник-то этот, там больше влазит гораздо, но на таких машинах она не очень смотрится, там, на L-ке-то тоже не очень. А вот эти крышки красивые. Вот такое я хочу. Паджеро, как у Сережи. Паджеро Спорт 2. Но, блин, нравится он мне и все. Третий не нравится, не знаю почему. А вот второй нравится, первый не нравится. Pajero Sport. Веранду поставим. Может, когда-нибудь себе куплю. Найду живого. Через вас же, ребята. Мне там с Москвы, с Рольфа писали, с салона. Говорит, давай, подберем тебе тачку нормальную. Вот хочу живого такого себе найти. И все, и успокоиться. Но нравится он мне, не знаю почему. Pajero Sport. Дизельный, наверное, возьму. Бензина уже много. Хотя можно и бензинку. Не знаю, но за бензиновый не знаю. Вот за дизельный так нормальные моторы неубиваемые, если нормально ездить и не насиловать. Все, едем, пообедаем. Рассказываю. Обеда сегодня нету. Сидим с Юлечкой, чаек пьем. Сегодня у нас повар в город уехал. Так что мы без обеда. Ладно, сейчас мы чай попьем. До дома Юльку отвезу, да поеду к дяде Люше. Уже около 12. Все. Опанька. Итак, Юлечку отвез домой. Переодел летнюю кепочку. У нее там меня в той голове уже вспотело. Хватит, зимой пора завязывать. Поехал к дяде Леше. Это у меня сзади едет. Еще один дядя Леша, походу. Ладно, сейчас мы его. Секундочку, дядя Леша там что-то приехал. Вот, блядь. Тихо, она снимает. Так, рассказывай, давай. Все, привез, пошли. Став. А я резину поехал перебываться. Ну, перебывайся. Давай после обеда. Как скажешь. А что ты там сделал? Что купил? Я откуда знаю, что-то продали. Ну, все нормально. Карта-то старая твоя будет тыкаться? Нет, новая. А как ты ее регистрировать будешь? Все, у меня зарегистрировано. А, все. Ну, все, я давай. Пока это самое. Настроить. Я сейчас схожу, до часу мы переобуем колеса, давай, давай, потом давай. Пообедаю, где-нибудь около двух к тебе подъеду. Давай, давай, давай. Давай, едь, выезжай, не мешай мне. Я завтра не умею, ты что? Перегор... А, ну давай, я сейчас еду, ты сюда заедь. Дядя Леша не умеет ездить, оказывается, на машине. Не умеет. Понакупят прав, ездят, как хотят. Ну, все. Ну и дядя Леша. А я наоборот, я еще со старых времен мне задом проще ехать, чем вперед.
С прицепом все хочу попробовать. Ой, что-то криво. На квадроцикле с прицепом хорошо получается, вот на машине, увы, запячиваться. Ну, мы тут, я не знаю, купим все равно, наверное, в этот год. Прицепы мне мечта не оставляет. Ну, цены на прицепы, мама, не горюй. Ой, что-то я думаю, дует. Окошечко забыл закрыть. Цены на прицепы, ребята. Негуманные, я так скажу. Хотя чему там вроде стоить? Нечему. Палка-палка, два струна. Я известен на вся страна. Парадокс. Ну, ладно. Можно, конечно, вторичный рынок посмотреть. Нам квадроцикл возить надо вот на этой штучке. Ну, на этом Сайон-Йонге. Посмотрим. Ладно, поеду. Дядя Леша, сейчас все покажу. GoPro, стоп-видео. Так. Готово. Приехали к дяде Леше. Оп. Пойдемте, поздороваемся, что ли. Как тут у него дела-то хоть обстоят? Автопарк целый, как обычно. Дядя Леша, привет. Ой, чуть не упал. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте. Здрасте. Я так пораньше приехал. Ну и хорошо, что? Раньше сделаем и все. Но как жизнь у вас тут? Православная. Да ничего, живу. Я решил поменять, что у меня круглосезонные этот. Ну да. Кому переодеваться, ребята, позвоните. Дядя Леша, если на месте нету, приедет, все сделает. Мы за одним посмотрим, остались ли шипы еще, Леха. Да. Все спрашивает, так. Да, так, смотрите, у него какая тележечка. Это ты для чего сварил? Такой самокат. Адаптер к мотоблоку. Адаптер к мотоблоку. Хо-хо. Кулибин занимается в свободное время всякой штучкой. Мосты на квадроциклы. Ну и всякая ерунда. Так, что я сейчас достану всю резину. Все, ребят, погодите. Сейчас. У меня она не влезла, зараза. Оп. Все, достаем. Пошла массовочка, друзья мои. А, я хотел гайки еще поменять. Помнишь, мы с тобой гайки-то хотел привезти новые, забыл. Думаешь, подойдут? Почему не подойдут? Тут-то колеса-то мы те же самые стули. Потом, я, помнишь, у нас от тех дисков-то? Мне кажется, такие же я забыл закинуть. Потом тогда заеду, померяем. Забыл эти гаечки-то привезти, ё-моё. Ну ладно, недолго потом перекрутить бот. А то здесь какие-то ржавые стоят. Ну-ка, посмотрим, пыльник что, не текет? Не, нормально, а то обычно они там хомут поставили, он все расслабляется. Да. Здесь все чётенько, все новенькое. На гранате? Да, вот с этой стороны. У-у-у. Рама поржавела за зиму. Ну, все чётенько. Надо пушечного сала купить, у-у-у, разогреть, намазать и по пыли прокатиться летом. Да, на летом. Да. Тепло. А сейчас все. Колодочки, друзья мои. Ну, а тут все новье. При вас еще меняли недавно. Все новенькое. Навьё. Все, сейчас переобуемся. Так, по шипам, ребята, чуть не забыли мы. Да-да-да. Все на месте. Все. Вообще не вылетело, да, ни одного. Это был родной. Потерлись, вот видно. Да. Ну, стоят вообще, да, все. А эти родные. Вот это родные, да, вот, которые, да-да-да, стояли. И почищили, которые дырки. Так что все, они все остались на месте. Да? Вот они, в серединку, да, мы все ставили. Все стоят. Ну это ладно, впереди, еще сзади посмотрим. Я, да, сзади шлифовал-то, потому что. Ну посмотрим сзади. Да, спереди все на месте. Ни одного не вылетело вообще. Ну, которые дорабатывали. Помните, да, шипун. Шипуны. Я что, вас тут отдел оторвал, наверное? Не-не-не. Нормально. Нормально все. Наоборот, завтра ребенок уедет у меня. Дядя Леша тут капитальный ремонт двигателя делает. Уже собрал все. Такие моторчики маленькие вообще. Вот у меня на квадроцикле почти такой же стоит. Нифига тут, 4 цилиндра еще. Я все удивляюсь. Все так миниатюрно, компактно сделано, интересно. О, головочка. Чем меня? Ничего интересного.
Так. Что вам еще показать? Не знаю, трактор. Для шурфа хорош. Наверное. Ну, нож такой другой поставить, чтобы пихал, а не, как, не, это, не погрузчик. Вообще классно будет. Металлолом у нас уже тонна 23 тысячи рублей стоит. Сейчас ехал, обратил внимание. О, цены растут. Сейчас сезон копа начнется, и они цены, гады, уронят. Не знаю почему. К зиме поднимают, а там, видать, много везут. Скидывают цены. Это очереди, знаешь, какие будут? Я ездил, уже дожидал. Заднее колесо, друзья мои. Ну, в принципе, тоже все на месте. Все на месте. Эти вот родные, которые были, а это вот мы вставляли. Никуда они не делись. Так что шипуйте смело. Ну да. И все. Не, все на месте. Все на месте, ничего не вылетело у нас. Все чудненько, все работает. Ну, мы про девятку с тобой не ставили. Это у нас шестерка, по-моему, да? Да. Девяточка-то побольше было бы. В общем, не вылетело нормально. Все почти уже. Делов-то 2,2 накачали, нормально, думаю, будет. Пакеты-то что, лежи они. Потом приеду это, к зиме. И в них уложим этим. Все чётенько, друзья мои. Эти понаряднее колеса смотрят. Они, по-моему, побольше немножко, кажется. Визуально. У меня еще больше есть, но что-то, ну его нафиг. Шумят здорово. И динамика не та. И все. Зимнюю резину будем новую в следующий год покупать. Эту у дяди Леши оставляю тут. Нахер хера нужна. И все. Ну, если доживет машинка, может продам, может не продам. Паджеро Спорт Сарос я куплю. Разбогатею как. Или подвернется на досуге. Это скину быстренько и все. У меня вся мечта, так как у Чучи, Паджеро Спорт 2. Mm-hmm. Как мимо проедет, так и я слюнями исхожу. Хорош, конечно. Вон второго Чучи. Так этот-то че? После, там, на энную сумму вышел ремонт. На. 200 километров проехал и опять встал. Опять сломался. Все было. У вас Патриот, ребята, покупайте. Дизель. Дизель. Не будете из ремонта вылазят. Вообще. Всегда. Золотая жила для ремонтников. Да. Вообще золотая. Для сервисов. Ну и эти, кто любит повозиться в гаражах тоже. Конструктор натурально. А что у тебя конструктор? Сейчас они все гайки закрутили. Сейчас ничего нельзя поставить на автомобиль. Не зарегистрировав. И всем. Ну, все почти уже. Итак, друзья мои, что-то Леша, мы тут неправильно встали. Нам вот. Бликуем. Бликуем. Мы и тут бликуем. Вот давай вот здесь будем. Все. Колесики поставили. Все четенько. Все проверили. Все, прощайтесь. Все. Всем до свидания. Мы поехали домой тоже пообедаем. Увидимся. Все у нас. Выезжаем. Так, как бы там никого. Где-то я еще ключи потерял, блин. Не зацепить. Не зацепить. Выезжаем. Все, колеса переобулись. Есть много видео с парковочного режима. Откройте галерею, чтобы просмотреть. Одной проблемой меньше, в общем, друзья мои. Так, выходим. GPS connected. Так, так, так. Как без камеры так тоскливо задней. Ты гляди, в кого-нибудь въедешь. Выезжаем. Так, кто тут у нас? О, столько машин провезли, много. Из-за сугроба я тут нифига не вижу. В общем, у нас тут завал целый, идет машин. Сейчас я, наверное, успею выехать. Вот так вот. Все, едем домой. Сейчас пообедаю. Одной проблемы меньше, катаемся. По резине квадроцикла. Заказал я резину квадроцикла. Передняя у меня стерлась. В Питере комплект Анклы 27 стоит 30 тысяч рублей, 4 штуки. Я говорю, мне надо 2. Ну, на Авито нашел там, ребята продают. Они говорят, по одному колесу 9500 будет. Я думаю, ладно, говорю, еще здесь поищу по Кирову.
Сейф-мото сейчас там, в наш кировский. Поинтересовался. Там вообще одно колесо 11 тысяч стоит. Я, наверное, в Питере возьму за 30 комплект. Мне хотя заднее не надо, но все же. Сегодня отпишу. Видите, я транспортной компании ни разу не покупал еще. Я не знаю, как это. Я вам вчера пишу, говорю, это мне оформлять транспорт. Но он говорит, нет, деньги переведешь, мы все отправим. Куда отправить, как отправить? По номеру, говорит, телефона. Я, видите, ни разу этим еще не занимался. И мне вот сложно понять, как это вообще работает. Ладно, я буду сегодня с ними писаться. В Кирове вообще резина дорогущая. На квадрик. Как-то еще походило бы, но все же. Ну его нафиг. Хочется заменить, ну. Так, приехали. До дома. Может, у вас у кого там, ребят? А, я в этом покупал, в канистр 66. Забыл рассказать-то. Запчасти я там покупаю. Не запчасти, эти расходники. Кофры там, у них резина была хорошая всегда. Я пишу Роману, говорю, Рома, надо резину. Он говорит, Дмитрий, сейчас резину сертифицируют. Как-то, и мы, говорит, ее убрали из ассортимента товаров. Невыгодно стало. И в Екатеринбурге я обломился купить. Может, у вас где там есть резину купить для квадроцикла? Два передних колеса, анклы мне на 27-й. Стерлась у меня. Можно и комплектом взять. Пишите в комментариях. Ну, не в комментариях, в личку пишите, на почту там. На канале найдите или там в социальной сети мне. И буду признателен. А то в Питере покупать, поди, жулики, на 30 штук будет мне, мерзавцы. Ух, колесики, красотень, переобулись, все. Мне, в принципе, можно всю зиму на них ездить, они у меня все сезонные. А Тэшка, ну, не знаю, все-таки шипы мне больше доверяют, ну, доверие внушают. Все, на сегодня пока, ой, на сегодня все, не знаю, все, не все, пока все. У нас после обеда какой-то ветерок появился нехороший. Завтра уже циклон идет. Пасмурно. Рассказываю. Все-таки купил я в Питере резину. Взял я Максизила 28. У меня 27 стоит радиус. Взял я 28. Помягче резину взял. Ну, Максизила у меня стояла на 500-ке. Нормальная резина, правда, стирается быстро, но зато легкая и радиус большой. Обошелся 42 рубля. Местные барыги с SF-мото 27-ю резину Анклу по 11 рублей колесо. Там 44 вообще обошлось. И меньше диаметр. Ну, цены гнут здесь в Кирове. Вообще нереально. Дальше. Процедура как происходит. Оплачиваешь. Они пэком отправляют в Киров на Шорса 70А дробь 5. В течение 5 дней придет. Ты оставляешь свой... фамилия, имя, отчество и номер телефона. Я так понял, тебе потом с транспортной компании звонят. Ну, приходит смс-ка, забирайте свой товар. Ты приезжаешь и оплата. 1500 рублей примерно. С Питера доставка. Магазин с Питера взял. Ну, посмотрел там отзывы у них. С 12 года работают на Авито. В принципе, вроде ребята проверенные. Правда, Сбербанком не пользуются. Или Альфа-банк, или Тинькофф. На Тинькофф им скинул деньги. И все. Так что все, резину взял. Я давно хотел 28-ю резину себе. Посмотрим, как это все работает. Надеюсь, не кину. Мы пойдем прогуляемся с Юлечкой. Пока погода есть. Сейчас у нас после обеда холода не будет. Солнце зайдет и дубак опять. Все замерзнет. А незаметно, да? Мы сегодня с утра ходили, мусор выкидывали. Между прочим, смотри, мусор увезли. Все было завалено. Женя вышел, он здесь живет. Рассказал, что за разбор данного здания администрация заплатила рабочим 60 тысяч рублей. А? 80, думаешь? Вроде 60? Или 80? Не знаю, вроде 60, Женя говорил. Юлька говорит 80. Дальше, что он рассказал? Что кирпич... кирпич и вот это все можете забирать. Якобы это ненужное. Остальное все нужное. Котики тут ходят. Кисам. Ой, тут уже опасно ходить.
Здоровое здание. Вот так вот. А сколько администрация на этом наварилась, неизвестно. Я думаю, следствие вынесет. Если не замнут. И кто-то убирать будет, вот это мне интересно. Разобрать тогда полдела. Кто-то все убирать будет, срач. И что-то все встало сразу же. Почему не продолжаются работы? Как думаете? О, там что-то все падает. Вот такие дела. Ну, Элечка, как думаешь? Кто-то убирать все будет? Или сожгут? В кучи наложит? Женя сказала, что они хотели летом этот экскаватор подогнать и все тут заровнять. Неизвестно. Здравствуйте. Неизвестно. Ну, да что, каждый день ходим, будем наблюдать, держать вас в курсе дела. Все-таки найдут тут крайнего или не найдут. У нас в деревне есть, оказывается, таксофон. Да, давай. А я даже не знал, что у нас в деревне есть таксофон. Смотри, кто-то ходил, действительно. И таблицу Брайля наклеили. Для слепых. Да, смотри, она ощущается. Вот эту наклеивали, кто-то свою лазил. Ну-ка, работает. Ставьте карту, наберите номер. Экстренная. А что я скажу им? А ну как работает, смотри. Да, что-то вроде пишет. Все. Вот это интересно. Ты умеешь читать по Брайлю? Я тоже не. Ростелеком. Я не знал, что здесь есть. Только к ней, конечно, подходить здесь. Что не обращал внимания. Вон, ага, у нас есть достопримечательность от Ростелекома в деревне. Парадокс еще и работает. Будем знать, где позвонить бесплатно. Я что хотел рассказать-то, вон Женя стоит. И я его сейчас уточнил. Я говорю, сколько заплатил сельсовет? Он говорит, 80 тысяч, там мужик разбирал, который, вот он ему сказал, он рядом живет, Женя. И говорит, сельсовет заплатил 80 тысяч за разбор рабочий, чтобы разобрать это здание. Вот так вот. Понял? Поздоровайся. Привет. В смысле, чесноков заплатил? Да, вон Женя рассказывает, там он с этим раз... Саня с каким-то, который разбирал. Я так понял, Саня Малов там разбирал их. Да, он нам сказал, что 80 тысяч им заплатили за разбор. Вот они и дела. Говоришь, что продал по нулям, да? А продал он вообще неизвестно, сколько, если я не за 8, он заплатил 80 этим, то сколько он, интересно, продал этот брус. Я думаю, следствие выяснит. Если в долю он его не возьмет, следствие это. Ладно, вы чайку пришли попить.